Йо-йо-йо, а спонсор ролика сайт warnet.ws. Здесь ты увидишь самые свежие новости интернета. Всегда качественный контент, ежедневные обзоры самого интересного в интернете. А также новое видео, софт, музыка и приколы. Рекомендую, ссылка в описании. Какие-то типа денежки. Нет, не подходят. Надо взять. А, воу-воу-воу. Подожди. Здесь беспалёнки, братан. Да. Я лучше свои там. Не-не-не. Да, давай оригинал купим. Тут столько интересных людей. Эндшпиль вон с Нероком за что-то базарят. Пацаны, куда вы летите? Пацаны, я придумал шутку и проху. Шахид прыгают в бассейн бомбочка. Нормально. Not bad. Они прыгают бомбочкой в базар. Ну все, тормоз. А, там ты больше. Да, конечно. О, нет. Извиняюсь. Да ладно. Они тут шутки шутят. Подожди, куда? Я хотел бы извиниться перед всеми. Террористы. Он что-то разгоняется, да? Ну так, немного. Вот наши друзья, делегация из Пхеньяна. Вот это. Ты можешь резко поменять, они не заметят подмену. Саламчик, саламчик. Все самое интересное происходит в очередях. А, опять в этом бизнесе лететь. Устал. Да. Не, на самом деле, что вы не думали, друзья, мы, наверное, во второй, в третий раз в жизни летим в бизнес. Так что нам просто... Спасибо, родные. Спасибо, нигерочки. Трек Гуфа послушал с Тимати. Да. Слышал. Что там, задержка, да? Да. Ну, задержка рейса. Мы вылетаем в Одессу. Наверное. В какой раз? Надеюсь, с третьего раза у нас получится попасть. Да, not bad. Ну, посмотри, как это... Фирузепщик, как дела? Чё, кто с Одессы? Напишите я. Паспорт взял с собой. Паспорт найти, мы, конечно, разъём. Какого? Зачем я это сделал? Ну, давайте тогда я тоже напишу я, да. Отлично. Брательник, рейс задерживает. И вот мы ждем. Одесситы, братан, одесситы. Есть, все есть в планах. А мы туда же пишем, когда мы в основном.
Нет, не собираемся ни с кем ничего подписывать. Что вы заладили? С чего вы взяли вообще, что мы на что-то подписываемся? У нас свой лейбл. Мы самодостаточные артисты из Орджоникидзе. Показал. Из Ордону? Но. Спасибо, братан. Как это забавно. Вам тоже нравится? Миллиниура. Не наводи тут бардак. Арсуф, ассалам, как дела, братец? Сколько знакомых лиц? Завязку не взял, братан. Сегодня без завязки. Все четко. Все хорошо. Я не знаю, вот нам рейс, короче, наш. Запороли. Здесь какая-то прога. Он теперь делает биты. Прикольно. Она косарь стоит. Да? Что, погнали, да. Вот эти два чувака летят в Одессу. Вот мы выкатили. Спасибо, до свидания. Габахут. Ананиз. Что там? Эншпиль сзади вот сейчас выкатит, он биты делает, залип в пробу в какую-то. А вы чё? Вахепчик? Чё за тяги? Какие у тебя татушки и с чем они связаны? Они связаны со мной. Воняет санузлом. Мы прошли санузел, чувак. Это нормально. Тут очень много интересных людей. Вот, например, тип. Тип свою же коляску провез. Справа. Почему именно Мияги Эншпиль? Я не знаю, с чем это связано, так вышло. Мы летим бизнес-классом, поздравьте нас. Пацаны поднялись. У меня первое место. А, нет. Все верно. Не верно. Походу. Так, да? Спасибо. Все, у нас все получилось. Кишиняу. Мы летим в Кишиняу. Одесса, подрывайтесь на движ завтра в Bono Beach Club. Будет очень веселая туса. Будет очень много позитивных вибраций. Видите этих туристов? Почему туши? Мы сами вдвоем. Я думал, уже все, на вечер. Если бы не задержали, то все. А что можно было перенести на вечер?
перенести, переплатить. Как вам нога? Новый билет набрать. Новый билет. Да, на вечер. На 23, они мне сказали сразу. Почему в Black Star не пойдешь? Они говорят, на 23. Сам иди в Black Star. Перенос, пожалуйста. Нет, там нет места. Как и нигде. На другом лоне. Видите вот этого симпотного типа? Я же говорю, я ее нашу. Знаете, что у него написано на руке? Мияги лучший. Я люблю Ролтон, у меня написано. Написано здесь, я люблю Ролтон написано. Нашу эту. Это Сой Чунг Мо. Пошла нам это делать. Мы взяли его по обмену, короче, с Гуанчжоу приехал к нам студент. Я трез. Так буду вам показывать интересные моменты. Вот где мы находимся. Это зона дополнительных режимных ограничений. Сегодня, как нам сказали? Я не знаю, что это значит. И вот мы врываемся в самолет.